Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас встреча с Натальей Михайловной Солженицыной, а я директор издательства «Время» Блакова Михайловна. И хотела бы сказать несколько слов о том, как нам с Натальей Дмитриевной работалось. Ну, вообще уже почти 20 лет. В 2007 году вышли первое дома собрания сочинения Петитонова. Это был том первого рассказа «Крохотки» и две первых книги «Красного колеса». И это 7 и 8 том собрания сочинений. Таково было пожелание Александра Исаевича. Он считал всегда «Красное колесо» главной книгой своей жизни. И ему очень хотелось, чтобы «Красное колесо» начинало выход этого собрания. И надо сказать, что он держал корректуры. Это пережизненная последняя авторская редакция. Он заново как автор отредактировал все эти книги. И умер, завершив чтение корректуры апреля 17-го, последнего тома «Красного колеса». Наталья Дмитриевна была замечательной собакой, что Александра Исаевича, что издателя. Столько помощи, сколько она может оказать в этом труде подготовки к изданию книги, не может оказать, наверное, целый научно-исследовательский институт. И я страшно благодарна своей судьбе, что она меня свела с такой замечательной женщиной, с таким замечательным человеком, которой я просто восхищаюсь. Ну, спасибо, похлопаем ей, доставим ей слово. Камеру были, там не снеса, надо присесть. Это он включен? Здравствуйте, добрый вечер. Очень рада, что вы все пришли, потому что эта книга очень важна для вас, для меня и для наших детей, потому что это важно. И наша жизнь тоже. Вот мы представляем эту книгу, которая называется «Укатилась зернышко промеж двух жерновов». Это вторая мемуарная книга Солженицына, а первая «Подался тёрнок с дубом», которая в собрании сочинений уже вышла, и до этого было отдельное издание. Вот эта первая книга, она имеет подзаголовок такой «Горько ироничный». Нормально, слышно, как-то отзвучивает нас. Поближе, тогда вообще, тогда звереть будет. Так вот, подзаголовок книги «Подался теленок с дубом», «Постоянничий теленок», очерки литературной жизни, что сказано, вот, как я уже говорил, горько, с горечью и с иронией. А подзаголовок «Зернышко» – очерки изгнания. Но по существу это подзаголовок мог бы быть «Теленок на Западе», потому что, как оказалось, на Западе это неожиданно оказалось, но на Западе тоже ему пришлось податься. Вот в виде книги «Зернышко» на русском языке появляется впервые, но оно было опубликовано много лет назад, с конца 98 по 2003. Оно выходило в семи номерах «Нового мира». И я думаю, что из присутствующих не так уж много людей, которые тогда его читали. Молодежь вообще еще хорошо, если ходила в среднюю школу, а то в начальную. Это было давно. Так вот, зато теперь книга снабжена очень многим. Ну, например, в ней 100 фотографий, ровно 100 фотографий, из которых многие печатаются впервые, публикуются вообще впервые.
смешно, ровно 1000 статей. Вот прям 100 тысяч. Это случайно получилось, но, по-моему, забавно. А, ну и кроме того, текст снабжен обширным комментариями. Я очень благодарна друзьям, с которыми я могла советоваться при составлении комментария, а также тем из них, которые помогли найти сведения для именного указателя, найти сведения о некоторых людях, с которыми связь у нас прервалась, когда мы вернулись в Россию, и мы не знали, не публичные люди, поэтому найти там какую-то Википедию было невозможно. А принцип у нас был такой, что должны быть перечислены буквально все люди, которые так или иначе упомянуты в книге, важные, неважные всякие. И вот я также благодарна тем, кто из наших западных друзей или даже просто знакомых, кто помог найти данные об этих людях, что с ними случилось потом. Ну и, конечно, глубокий поклон всем сотрудникам издательства, издательства «Время», которое выпустило эту непростую книгу, выйти очень непростые для книжного дела люди. Теперь я хочу попросить прощения тех из вас, кто знает более-менее биографии и основные даты жизни Максима Савельевича, потому что ну, как-то справедливо будет говорить о них для тех, кто не знает. Таких, наверное, среди молодых и даже среднего возраста людей довольно много. Я постараюсь это так бегло сделать. Вот после того, как в 1973 году Комитет государственной безопасности обнаружил и схватил тайно хранящуюся машину 50-го лага ГУЛАГа, что вынудило Александра Савельевича немедленно напечатать его в Париже, где пленка уже была. Ну вот эти обстоятельства привели к тому, что та самая литературная жизнь на родине Солженицына кончилась арестом, лишением гражданства и высылкой из страны. Первые 2 года, чуть больше, мы жили в Цюрихе, в Европе, в Цюрихе. Но был такой сплошной поток людей, которые только на 5 минут, только пожать руку хотели, что работать спокойно ему было совершенно невозможно. Как он сам говорил, очевидно, вся Европа решила, чтобы я ничего больше не писал, кроме автографа. И в связи с этим пришлось нам уехать в глушь, не в Саратов. И не к тетке. А жили мы, переехали в Америку, в лесной штат Вермонт, где и жили до самого возврата в Россию. Вот об этом возврате, о возможности такого возврата Александр Савельевич говорил публично несколько раз. Первый раз на пресс-конференции в Стокгольме в 1974 году, в том же году, когда нас вызвали, и когда он приехал в Стокгольм, чтобы получить 4 года. На 4 года позже знаки своей Нобелевской премии, которая была присуждена ему в 70-м году, и которую получать, он в Стокгольм не поехал, боясь, что ему отрежут путь обратно. Что потом и подтвердилось, когда открылись архивы, то выяснилось, что действительно ему этот путь отрезали. Ну а когда его уже выслали из страны, то Шведская академия и Нобелевский фонд написали, ну теперь-то вы приедете забрать свои дипломы, свои медали. И действительно он поехал. И там была колоссальная пресс-конференция, на ней было, не знаю, почти 200 журналистов. И в частности его спросили, верите ли вы, что ваши книги когда-то вернутся на родину? Маша сказал, да я верю, что я сам еще при жизни вернусь на родину. Ну и потом он повторял это еще в других интервью, и никто не верил. Так, в лучшем случае, так добродушно улыбались, считая, что романтик, писатель, поэт, мечтать никому не запрещено.
А тем не менее, спустя 20 лет после нашего изгнания, в 1994 году мы таки вернулись в Россию. Надеждой на что жил Лев Сенсеевич и вся семья, которую он этой надеждой заразил, и даже некоторые из друзей, поначалу относившиеся к этому с большим скепсисом. Ну, вернулись-то мы вернулись, но вот об этом, обо всем том, чем были наполнены эти 20 лет, обо всем этом и рассказывает эта книга. Во всех аспектах этой жизни. Ну, а в чем состояла жизнь? Ну, более всего она состояла, конечно, в работе. Работа была постоянная, непрерываемая фактически. Ну, какими-то, в общем, по доброй воле самого автора она никогда не прерывалась. Дело в том, что высылка прервала работу как раз над «Красным колесом». Был написан и издан август 14-го, еще при жизни Сенсеевича, при нашей жизни в России. И когда грянула эта высылка, он работал над вторым узлом, октябрь 16-го. Но книга была еще далека от завершения, и в этот момент вот все эти события грянули. И когда мы оказались на Западе, вот сначала в Европе, Сенсеевич ринулся буквально к старикам, как мы их называли, тем весьма уже пожилым людям, которые еще дожили, ну, которых еще мы застали, которые были, ну, свидетелями, так сказать, событий, о которых он писал в «Красном колесе». И, кроме того, он погрузился в богатейшие архивы о русских событиях, которые есть на Западе. Самый богатый – это Гуверский институт. Но, кроме того, большой и хороший архив в Йеле, неплохой в Колумбии. И во всех них Александр Александрович работал, выезжал и работал там много, найдя бесценные вещи, которые, быть может, есть и в России, конечно, но архивы-то были, по крайней мере, для Солженицына абсолютно закрыты. Ну, то есть то, что в них было закрыто, последний человек, которому бы их эти материалы дали, который никогда не получил бы разрешения, это был Солженицын, начиная там, ну, с 65-го, скажем, года, когда уже все, всякая его деятельность на родине была пресечена. Так вот, кроме этого, еще был у Сенсеевича такой межуниверситетский абонемент, по которому он мог заказывать книги из любого, фактически из любой библиотеки, из любого университета мира, чем он тоже пользовался. С разрешением снимать сроки те статьи, которые были ему нужны. И так, кроме того, эмигранты, русские эмигранты со всего мира, из Осло, из Парижа, из Токио, так все услали ему книги. Ну, вот книги, написанные о революции, о гражданской войне, о последних годах империи. И таким образом создалась огромная библиотека «Красного колеса», вот эти копии статей и огромное количество книг, она вот хранится у нас в целости. Так вот, надо сказать, что в зернышке Александр Сенсеевич прослеживает свой, ну, значит, этим богатейшим материалом он вернулся. Мало того, он написал второй том августа 14-го, в котором рассказывается о Столыпине, его убийстве, сначала о взаимоотношениях с царем. Это тоже очень важный том, для которого у него не хватало материала в России. Ну, в зернышке Александр Сенсеевич впускает вот всех вас, каждого, кто захочет, впускает в свой сам процесс творческий, как он это все писал. Дело в том, что когда он работал, то кабинет его был недоступен. Это знала и семья, и гости, которые редко бывали. Он охранял очень свою работу. Ему нужна была тишина, ему нужен был свет, а все остальное было не важно. Там еда, одежда и все прочее не важно. Он был очень легкий человек в бытовом отношении. Но вот в смысле работы он был непреклонен. Никто не должен был входить в первую половину дня. И дети это тоже отлично знали, и не лупили даже выходные дни, висело у нас кольцо на гараже,
до 2 часов дня это было крещение. Так что никто не был рядом с ним в момент, когда он писал. И вот сейчас каждый, кто будет читать «Зернышко», там много страниц таких, как будто вот вы сели рядом с ним в его кабинете и стали, заглянули просто в саму эту творческую, созидательную работу. Стали как бы свидетелями его сомнений, его находок и радости по поводу находок, его отчаяния, его... В общем, в этом смысле эта книга для тех, кто интересуется, как это происходит, вот, писание, будет весьма интересно. Ну, в частности, он в «Зернышке» рассказывает о разных, как он находит их, о разных приемах и разных видах работ, которые подсказываются самим материалом, который он не из головы придумал, а которые подсказаны именно тем материалом, который у него скопился, как постепенно он их нащупывает. Ну, приведу только один пример. Дело в том, что помимо всех этих сотен, если не тысяч, я все-таки сотен книг и статей, которые он прочел, ему еще повезло с тем, что в Гуверском архиве хранилось огромное, уникальное собрание газет 17-го года. Всех петроградских и большого числа московских и провинциальных газет. Значит, их, как это сказать, ну, когда их записывают на кассеты, ну, как тогда были, ну, бобинки такие маленькие тогда были, сейчас, конечно, иначе. Так вот, это ему повезло, он читал их все, и в «Зернышке» он пишет об этом так. Удивительно интересно, плотна, плодотворно работа над газетами тех дней. Просто фейерверками рождаются идеи, сцен, настроений, взаимных связей, перекрестий. Газеты той живостью отличаются от мемуаристов, что не знают, что будет завтра. Связанные с точной датой, газетные строки гвоздят нас нестираемыми подробностями событий. Ну, и о каждом виде работы он весьма интересно, мне кажется, рассказывает в «Зернышке». Вообще, вот в 84-85 годах Александр Савельевич неделями просто неделями не отрывался от фильмоскопа. Проводил за ним весь рабочий день, не в силах оторваться от газет. Это действительно чтение захватывающее. Это не мемуары, это именно то, что происходило. Сейчас этот фильмоскоп довольно большой, мы его назвали «Одорога». Этот фильмоскоп у нас в музее, в квартире музея Солженицына на Тверской. И даже уже работает, то есть и даже еще работает. Ну, что можно сказать, что вот о годах всей этой работы над «Красным колесом», в общем, 20 лет работы, всего 20 лет работы, учитывая начало, конечно, еще в России. О годах этой работы Солженицын писал так. «Я чувствовал себя мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесоветскую, будущую. Мостом, по которому через всю пропасть советских лет перетаскивается тяжело груженный обоз истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для будущего». Ну, непрерывная работа, в которой участвовала, в общем, ну, я и подрастающие мальчики постепенно, и моя мать. Вот эта непрерывная работа, она не просто наполняла жизнь, она и была самой жизнью нашей там. За время изгнания Солженицын написал не только огромное «Красное колесо». Когда нас выслали, то первое, даже не нас выслали, а его еще, я с детьми была в России, а когда я уехала, то он писал последнюю главу «Теленка», последнее дополнение к «Теленку», а именно «Невидимки», которыми он выстроил, ну,
благодарный памятник тем людям, которые помогали ему, когда он был в России. И, кроме того, за годы эти 20 лет выстроился огромный корпус публицистики. Часто это публицистика, статьи, тексты, интервью, разного рода выступлений. Часто эта публицистика была вынуждена, то есть нужно было на что-то отвечать, что не входило заранее в его планы. Но даже когда она была вынуждена, она от того не становилась менее жгучей, менее яркой. Это та публицистика, которую имеет смысл читать, даже хотя эти события уже не актуальны, многие из этих событий не актуальны, но это просто литературное, наслаждение или, во всяком случае, большое литературное переживание, потому что это так написано, что вы либо захлопнете, не будете читать, потому что вы не согласны, либо, если это вам не мешает, скажем, другая точка зрения, то вы получите большое наслаждение. Кроме того, в эти 20 лет вместилось также большой корпус очерков, который объединил название литературной коллекции. Начиная примерно с 85-86 года, когда Солженицын позволил себе читать для удовольствия. Не то, что нужно ему для завтрашней работы, а просто читать для удовольствия. И записывал свои, не то что впечатления о книге, а свои мысли по ходу чтения, о языке автора, о построении. Ну, в общем, записывал, значит, свои мысли по ходу, совершенно не имею в виду, их потом печатал. Но отличает эти впечатления все-таки то, что автор не просто читатель и не литературовед, но писатель. И его точка зрения писательская. Это довольно интересно. Сейчас уже опубликовано довольно большое число, больше 20 этих очерков, и еще осталось порядочное количество, которое мы, конечно, опубликуем, просто не хватает на все время. Также начал он, некоторые написал, а некоторые начал так называемые двучастные рассказы перед самым возвратом в Россию. Но еще надо сказать, что помимо вот работы над своими, помимо своей работы, еще Александр Саевич основал две исторические семьи, куда авторами приглашал ученых и мемуаристов, эмигрантов. Они назывались «Исследование новейшей русской истории», одна, а вторая – «Всероссийская мемуарная библиотека». Первую серию редактировал Александр Саевич, вторую – я. И мы подготовили там на Западе издали 12 книг в каждой серии, а часть их позже переиздали здесь уже на родине в издательстве «Русский путь». Но главным общественным делом Солженицына на Западе было создание фонда помощи политзаключенным, который имел название «Русский общественный фонд», куда он отдал все мировые гонорары за книгу «Архипелаг ГУЛАГ» с момента основания фонда, то есть сразу по высылке в 1974 году и навсегда, то есть без права возврата никому и ни на какие цели, которые не были бы созвучными изначальным целям, даже если конкретно, ну скажем, не будет никакого главного, да? Но тем не менее, значит, цели фонда, когда он перестанет работать, а он работает до сих пор, должны быть созвучны изначальным задумкам их основателя. Так вот, о фонде и перипетиях с фондом весьма много написано в «Зернышке». Вообще все, что, о чем я сейчас говорю, это на самом деле, вот я говорю о том, что в «Зернышке» освещено. Это я вам не вместо говорю, а просто как о фишку того, о чем в «Зернышке» идет речь. Ну и все-таки, конечно, надо сказать, что были и перерывы в работе. Надо сказать, что досужих поездок вообще не было никогда ни у него, ни у меня.
Но, однако, некоторые путешествия, в которые, конечно, изначально была какая-то общественная тоже цель, или какие-то встречи важные, или какие-то интервью, на которые он неохотно давал своими несогласиями. Так вот, такие путешествия все-таки были. Их было мало, но тем ярче впечатления от них. И этому тоже посвящены страницы, на которых можно отдыхать в этой книге. Ну, в частности, Солженицын описывает Нобелевскую церемонию в Стокгольме. Много пишет о Франции, которую он совершенно неожиданно для себя полюбил, вопреки предубеждению, которое у него было раньше. Вообще он французский язык не знал, но язык немецкий. Он читал Вильгельма Гёте, любимого Шиллера, и как всегда считал, что Германия ему, что он ее понял бы быстрее и ближе, несмотря на то, что он был офицером Красной, потом Советской армии, Вторую мировую войну, но к какой-то немецкой культуре ненависть к врагу не распространялась на немецкую великую культуру. Так вот, он заранее думал, что Германия вот будет прилегать к сердцу, когда мы уже оказались на Западе, до этого он вообще не думал, как будет относиться, в общем, не входил в план. А Францию он как-то так, а вот он ее полюбил, прям полюбил. И о ней много тоже в этой книге. Ну, кроме того, там есть буквально искрометные страницы об Италии, интересные страницы об Испании. Целая глава посвящена азиатскому путешествию в Японию и Тайвань. И много страниц посвящено неоднозначным впечатлениям об Англии. Кроме того, в книге интересны рассказы о встречах и не встречах. Ну, в частности, отказ от встреч с президентом Фордом. История целая, довольно длинная, запутанная, ну, не запутанная, а распутанная, в общем, история, почему он отклонил поездку в Белый дом по приглашению президента Рейгана, которого он весьма уважал, во всяком случае, значительно больше, чем его предшественников и преемников. Тем не менее, он от этой поездки отказался, написав Рейгану письмо, в котором объяснил, почему он вынужден был отказаться. Ну, там, в общем, прочтете, если интересуетесь. Рассказано о встрече с Маргарет Тэтчер, о частной встрече с принцем Чарльзом и Дианой, ну и о поездках вот к старикам. В Америке он продолжал ездить по старикам еще, которых еще застал в живых. Разговоры с ними и со столичными интеллектуалами, и с издателями. И еще он пишет в этой книге о нескольких возникших и очень дорогих нам дружбах. Кроме того, в этой книге, в общем, беспрецедентно для Солженицына, немало написано о семье, о трудностях и проблемах жизни на чужбине, о занятиях с сыновьями и об их взрослении. Он сам занимался с ними всеми математиками, физикой и астрономией по советским учебникам, которые я привезла с собой. Ну, а наконец, все-таки, с чего, может быть, надо было бы начать? А от чего у книги такое название? Ну, тут лучше Сенсельча, не буду я его предсказывать, а прочитаю вам, что он об этом пишет. Он об этом пишет много. Я выбрала несколько наиболее таких мест, которые и без контекста вполне, я думаю, будут четко поняты и восприняты. В основном это выдержки, ну, цитаты из главы, которая называется «Русская боль», глава шестая. Итак, слово к Сенсельчу. Это открылось мне тут горькой неожиданностью, острой болью и несправедливостью. Живя в СССР, не устанешь возмущаться каждым шагом лжи и насилия коммунистов. И вдруг на Западе услышать огульные порицания не СССР, а исторической России. Зубы русоненавистников уже сейчас рвут русское имя,
А что же будет потом, когда в слабости и немощи мы будем вылезать из-под развалин большевистской империи? Ведь нам не дадут и приподняться. Это написано в 82-м году. Эта глава. Постепенно, с годами, к 78-79-му, выяснился истинный смысл моего нового положения и моя новая задача. Это задача отстояния неискаженной русской истории и путей русского будущего. К извечным врагам большевикам прибавляется теперь и враждебное восточное и западное образовательщина. И поэтому я тут, в Америке, оказываюсь не на подлинной свободе, но опять в клетке. С какой дружной яростью накинулись на первые слабенькие ростки возрождения русской мысли. Нам и выборы не оставляют. Так вот как. Распалил я бой на главном фронте, а за спиной открылся какой-то новый, сумасшедшая трудность позиции. Нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И все время без опоры на свою территорию. Свет велик, одеться некуда. Два жарна. Еще он в таком месте говорит. Чужая сторона – дремуч бор. Из России наши кое-кто удивляется. Естественно, по левой почте, потому что наша почта была арестована в 1974 году. Не доходило по почте к нам вообще ничего, даже открытки, поздравляющие там детей из дня рождения. То есть ничего не доходило до, пока не началась перестройка. Но по левой все-таки переписка была. И вот он пишет, значит, из России наши кое-кто удивляются. Да что это я взялся так воевать за русское имя перед иностранцами? Но надо потолкаться на западном газетном базаре, чтобы понять, нет, именно сейчас надо вступаться за Россию, а то затравит нас в конец. Россия оказывается оболгана столетиями, и не должен нам отказать инстинкт самозащиты. Каяться нам, ой, есть в чем, мы грешили. Однако и не перед американской научной журналистикой каяться. Но как только Солженицын начал публично выражать свое мнение о западной предвзятости к России, отношение к нему мгновенно изменилось. Ну, я имею в виду отношение средств массовой информации, там, политических и даже культурных элит. Он пишет, все больше вижу я, что государственный Запад и газетный Запад, да и, конечно, бизнесменский, нам и не союзник, или слишком небезопасный союзник. Да уже и просквозил мой новый поворот, и уже его на Западе различили. Всевершащему мнению западной интеллектуально-политической верхушки я так же мало угоден, как и советским правителям. Ну, надо сказать, что и речи Солженицын, так называемые американские речи, две речи перед американскими профсоюзами в 1975 году и Карловская речь в 1978 году вызвали шквал обиженных ответов почти во всей американской прессе. Сильно обиделись и, в общем, не принимали критику на дух. И ругались им Солженицын, в том числе, грубо. Ну вот, оказалось, что все-таки это свободная пресса свободного мира, она просто не приемлет критику своей страны. А как только «Голос Америки» стал читать на СССР с 14-го, еще до выхода в Америке перевода на английский, до того, как он стал доступен читателям в Америке, то вышел только в 85-м году перевод, то началась сразу свистопляска. Ну, естественно, по, как бы это сказать, помягче, не тоже к доносу, но служебные записки значит, сотрудников. Некоторых сотрудников радиостанции. Так вот, тут же последовал залп. И в начале 1985 года, в начале февраля, «Вашингтон-Пост», вторая по влиятельности газета Америки, опубликовала статью
роман Солженицына, транслируемый «Голосом Америки», это речь идет об августе 14-го, вызывает тревогу. Части августа 14-го рассматриваются как тонко и неуловимо антисемитские. Год назад август вышел по-французски, и во Франции никто не вскричал антисемитизм. А здесь кто опровергнет, если книга еще недоступна читателю? А цепь доводов такая. Раз Багров убийца Столыпина был еврей, что никем не официальный факт, а смерть Столыпина Солженицын считает несчастьем для России, которая облегчила революцию, смерть Столыпина, значит, Солженицын обвиняет евреев в революции 17-го года. Ну, те немногие из вас, кто читал «Красное колесо», знают, что это полная неправда. Он именно не обвиняет никого, кроме нас самих. Нашу, в общем, революцию устроили мы сами. Непримиримость между монархическим правительством, таким твердым, не меняющимся десятилетиями укладом, и культурным слоем. Неспособность этих двух сторон ни на какие компромиссы. Неспособность культурного круга разговаривать с властью. Это опасно для любой страны, в любой период, особенно когда идет, например, война, что и случилось. Началось ну, в войне 14-го года, которая начиналась без всякого разлада, наоборот, была полная поддержка населения. Но к 16-му году это изменилось кардинально, а в начале 17-го все мы знаем, что произошло. Итак, стали в Америке обсуждать книгу еще до ее появления. И не только тут же запретили, конечно, чтение по радио, оно было прекращено и не возобновлено потом. Но назначено было, слушайте, сенатское расследование и созданы слушания в Сенатском комитете по иностранным делам. На каком языке сенаторы собирались читать это остается за сколько, неизвестно. Ну, разве что те, кто умеет читать по-французски, потому что во Франции будешь. Солженицын пишет. Ну и да, ну и там, конечно, было масса статей, об этом пишет Солженицын. Девушка об этом подробно, которые вот муссировали вот эту тревогу, так она называется, глава называется «Тревога Сената». Ой, сегодня это кажется забавно даже, а вот тогда было крутовато. Солженицын пишет. А у нас-то сами, а нет, в эти недели был шок другой. Нет западной прессы. 19 февраля в СССР, где уже годами, кажется, не упоминали моего имени, показали по телевидению, а до того на многих киноэкранах, фильм «Агитку» с гнусной атакой и на меня, и на русский общественный фонд. И мы, в кавычках, агенты ЦРУ. Заводка Жорнова у них многолетняя. Две мировых силы единовременно сплющивали меня. Вот это и есть промеж двух жерновов. В разных главах книги по разным поводам несколько раз пишет Александр Исаевич. Жорнов в КГБ никогда не уставал меня молоть. Я привык. А тут вплотную к нему приблизился и стал подкалывать Жорнов западный. В другом месте. Славно, отлично мололи совместно восточный и западный жернова. Еще в одном месте. Когда я давал теленку под заголовок «Очерки литературной жизни», то иронически, но никогда бы не подумал, что и в Соединенных Штатах литературная жизнь может подпасть под слушание и расследование. Но тем не менее, время шло, и наступило время, которое в этой книге Александр Исаевич называет «теплый ветерок». То есть начали доходить до нас сведения, от которых мы потеряли всякий сон и покой, только или лежили, ловили эти струи теплого ветерка, не могли поверить, неужели какие-то перемены начинаются на родине. И этому периоду, вплоть до нашего возврата, посвящены три последние главы четвертой части этой книги,
Там много всего не перескажешь, хотя это более всего знакомо тебе, вам, потому что мы жили здесь, а мы только ловили каждую перышко о том, что происходит здесь, в России. Многое очень волновало Алексея Исаевича, многое он считал, что идет не так. Ну, наверное, многие из присутствующих или ваших родителей тоже так же считали, что многое пошло не так. Ну вот я просто как иллюстрацию прочитаю из последней главы, которая называется «К возврату». Такую цитату. «В октябре 91-го вспыхнул кровоточащий, кричащий повод высказаться, назначенный на 1 декабря референдум о независимости Украины 91-го года. И как же бессовестно был поставлен вопрос. Хотите ли вы Украину независимую, демократическую, преуспевающую, с обеспечением прав человека или нет? То есть не благоденственную, не демократическую, с подавлением прав человека и так далее. Бессовестная постановка вопроса. Я не мог не вмешаться. Откол Украины в ее русской части – историческая трагедия и раскол моего собственного сердца. Но как крикнуть, через какой рупор? Напечатали мое обращение в труде, самом распространенном в народе. Мы проголосовали за отделение. Оказалось, весь месяц до референдума все украинские газеты и телевидение были закрыты для голосов о единстве с Россией. И президент Буш перед референдумом не постеснялся открыто вмешаться. Он, видите ли, за отделение Украины. Одурачили наших. Так потеряли мы 12 миллионов русских и еще 23 миллиона, признающих русский язык своим родным. Какая ужасающая, разломная трещина. И на века. Ну и вот прислали ему, я уже говорила, что почта как-то стала более к нам милостивой, и по почте кое-что стало к нам проходить. И вот друзья, в частности Елена Чуковская, прислала ему крупную пачку не напечатанных, ну, оставшихся, кое-что было напечатано, но писем было очень много, и вот была большая такая пачка не напечатанных книжного обозрения, читательских отзывов на публикацию вот этой Елены Чуковской в 89 году, которая книжному обозрению напечатал такое письмо «Верните гражданство Солженицыну». На это было очень много отзывов всяких разных. Больше положительных, но и отрицательных, конечно, тоже. Так вот, читая эти письма, Солженицын пишет, опять-таки, в «Зернышке», какое обширное вдруг знакомство с соотечественниками. Читал я их, читал с захватом. Ну, там много всего написано, я выделю конец. Но до сих пор я не представлял, до какой же степени и как методично опорочила меня советская пропаганда за десятилетия. И как это внедрилось в голову. Только впервые я осознал, что многолетняя пропаганда властей против меня была вовсе не бесплодна. Она впилась когтями лжи во столькие доверчивые души. Почти никто и сегодня не представляет меня в подлинности, а уж тем более в объеме написанного мной. Сколько же усилий и опять-таки лет надо, чтобы эту ложь отмыть. Ну, в общем, об этой книге можно говорить еще очень много, и когда-то надо кончать. Я решила просто прочитать вам несколько последних абзацев, чем эта книга кончается. Это уже перед самым нашим возвратом. Еду я, быть может, на слияние в духе сегодняшней бескрайней развязности прессы, журналистов, любых комментаторов, кто хочет плюнуть. Но равнодушен я к тому за долготу двух травел промеж двух журналов. А в друзьях своих числю русские просторы, русскую провинцию, малые и средние города. А книги мои в правильно понятых интересах России могут понадобиться и много позже, при более глубокой проработке исторического процесса. В
бороздилах по России крупных чертах истории есть своя неуклонимость. Она еще проявится. Проявится какое-то позднее долгодействие уже после меня. И уж всяко помню Ломоносова. Я не тужу о смерти. Пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества живут. Дорогие друзья, у нас сейчас есть время задать Наталье Дмитриевне несколько вопросов. Значит, вот вижу, есть желающие. Пожалуйста. Я правильно понял, что высказанная когда-то в Штатах Солженицына фраза «Вы бросите бомбу на Советский Союз» — это фейк. Ложь, да? Или как понимать? Это много раз повторенная ложь пропаганды, потому что речь идет о совершенно конкретном куске из ГУЛАГа, из архипелага ГУЛАГа, напечатанном. В Америке он вообще никогда на эту тему не говорил. Это полная ложь. А что написано в архипелаге, я вам сейчас прочту, из чего вот это вот все наша пропаганда достаточно, как бы сказать, бессовестна. Сейчас. Я тут понимала, что такой вопрос мне зададут. Идет о том куске в архипелаге, где он описывает, как их везли в Казахстан с пересылки, с куйбышевской пересылки, долгое путешествие. И когда уже сгрузили их с железной дороги, то дальше везли грузовиком, крытым, конечно. И вот напихано их было там, не знаю, 60 человек в машину, где, в общем, невозможно было. Они, и он пишет, когда нас испотевшее, измученное мясо сапогами заталкивали в этот крытый фургон, а это 51-й год, идет война с Кореей, то зэки кричали конвоирам, которые их сапогами запихивали, гады, гады, бросит на вас Трумэн атомную бомбу, которую только что бросили ее на Хиросиму и Нагасаки. И он пишет, если не открыть этого, то это будет неполная правда об архипелаге. Он и пишет, до того были измучены, что, казалось, понимали же, что если бросить на них, то и сами погибнут. Уже степень страданий была такая, что пусть лучше и мы тоже погибнем, лишь бы ваше это царство оборвалось, потому что вы не люди. Вот это напечатано в архипелаге, и это подлинные слова зэков, среди которых он ехал в экипастуз. И вот он и говорит, если этого не открыть, конечно, удобно не открыть, потому что он прекрасно понимал, что за это кто-нибудь может уцепиться и сунуть это ему, что это его призыв. Это не его призыв, но это реальный случай. Вот это искажение того, что есть, или прямое искажение, когда ему в рот вкладывают то, что он вообще не говорил. Или когда вырывают из контекста так, что понять нельзя. Вот понимаете так, как вы сформулировали. Солженицын призывал Америку бросить атомную бомбу. Гуляет по интернету такой подлый ролик, в котором стоит Солженицын, и сверху сыпятся бомбы. Ну, это подлость нашей пропаганды, которая и была, и есть в какой-то степени, только она уже не государственная, а разных либо дураков, либо подлецов.
Следующий вопрос. Да. Большое спасибо за встречу. Сейчас много историков оспаривают данные архипелагу по поводу того, что это просто воспоминания, а не исторические данные. При написании архипелага ГУЛАГа Солженицын пользовался какими-то историческими фактами или это просто воспоминания? Потому что многие историки оспаривают вот эти цифры. Ваше мнение по этому поводу? Спасибо. Многие историки, вы говорите, нет, у них корпоративные, они не могут допустить, что не историк может что-то написать в их, так сказать, в их царстве. Но это так, в скобках. Значит, конечно, в архивах Солженицын не работал, потому что архипелаг ГУЛАГ писал совершенно подпольно и никак иначе не мог. Но если вы внимательно читали текст, и каждый, кто его возьмет в руки, увидит, что там весьма тщательно использованы несколько книг, напечатанных у нас в Советской России в 20-30-е годы, из которых он взял массу данных, в том числе цифр, но не только цифр, а и методов, которыми, нисколько не стесняясь, тогда пользовались. Это теперь стесняются и делают вид, что этих книг не было. Но были книги и о Красном терроре, и о Голодоморе, и о чем угодно. Причем с истинным освещением событий, а не тем, которые пихают сейчас. Ну, кое-кто. Так вот, кроме этого, там огромное число так называемых свидетелей архипелага. Их было 227 в момент первой публикации архипелага. А потом на Западе, когда мы жили, то еще много мы получили писем от людей, которые оказались во время Второй мировой войны, были в плену или там как-то оказались, и которые до этого сидели, и которые тоже написали свои показания. Так что в конечном тексте 257 свидетелей архипелага. Это люди, с которыми он лично встречался, потому что писать по почте свои воспоминания никто тогда не рисковал. И их он приводит как их воспоминания. Тогда нельзя было еще, некоторые из них были под не псевдонимами, но в общем скрыты звездочками, теперь все раскрыты, потому что кто-то разрешил, кто-то умер. Это немалое число реальных свидетелей. То есть это факты, а не никакие не воспоминания. Это то, что люди прожили на своей спине и своим здоровьем. Но в архивах он действительно не сидел. Однако те цифры, в которых обвиняют Солженицына, что он преувеличил, он сказал, что 66 миллионов погибло в ГУЛАГе. Ложь. Прямая ложь. Если читаете архипелаг ГУЛАГ, его публицистику, то вы легко увидите, что эта цифра, он ссылается при этом на такого статистика профессора Курганова, который как раз после Второй войны оказался на Западе, и там печатал свои исследования, он такой экономист-статистик. Он действительно приводит эту цифру, 66 миллионов погибших. Не то что в ГУЛАГе, а в нашей гражданской войне, во время Красного террора, конечно, в архипелаге тоже, и во время двух голодов Поволжья и Украинского, то есть 20-х и 30-х годов. Вот вся эта совокупность, да, и плюс еще 11 миллионов нерожденных, поскольку дети рождаются, как мы знаем, от мужчин. А мужчины, так сказать, мужчины на войне погибают больше, чем женщины, вот там еще 11 миллионов нерожденных. Без них 55 миллионов погибших по столе на гражданской войне. В Красном терроре, когда еще не было лагерей, это были просто бессудные расстрелы. Одна Одесса чего стоит. Значит, гражданская война, Красный террор, лагеря и жестокое обращение к лагеря, потому что, не, как сейчас пишут, вот расстреляно было всего, там, не знаю, 626 там, миллионов, тысяч. А те, кто по приговору не был расстрелян, но кто не доехал даже до лагеря, помирает в пути на этих этапах. Или кто умер в лагере, не сказано, что его убили. Ну, умер человек, ну не выдержал. Надо было физзарядкой заниматься. Вот это все и плюс еще
вот эти самые нерожденные дети, мы не досчитались еще 11 миллионов. Вот все это вместе составляет 66. Если вы вычтите из этой статистики по гражданской войне, которой тоже нет точно, не было тогда тех, кто умер. Если вы точно посчитаете тех, кто в ГУЛАГе умер не по приговору, а просто вот не выдержал этих условий, но умер он там, это считается, что не ГУЛАГ их убил, а их убил ГУЛАГ. Если вы посчитаете два этих голода колоссальных, голод по Волжье и украинский голод, он не только украинский, он и Казахстан, он и по Волжье, наши русские области. Если вы все это посчитаете, то на собственного лагеря останется цифра, которая, я думаю, устроит в кавычках даже и этих лгунов-критиков. Опять-таки, некоторые лгуны сознательные, а другие просто верят тому, что написано. Предпочитают верить тому, что написано против Солженицына, а не за. Ну, по той или иной причине. Ну, мнения могут быть любые, но повторять непроверенные вами самими факты, повторять как, то есть не факты, а мнения, которые вы говорите как факты, вот Солженицын преувеличил в 10 раз число погибших в ГУЛАГе, вот не преувеличил нисколько. А в некоторых ситуациях статистики сегодняшнего дня, не сравнивая себя с Солженицыным, приводя их в разных публикациях, то видно, что в некоторых ситуациях, наоборот, их цифры больше, чем цифры Солженицына. Не говоря уже о том, что он пишет в ГУЛАГе, он называет годы гораздо больше, чем те цифры, которые, чем тот период времени, который приводит оппонент. Так что архипелаг ГУЛАГ, безусловно, весьма документальная вещь. Документальная не в том смысле, что ссылки идут на прямые документы. Вот. Но по существу, вы знаете, вот вышла лет 5 тому назад в Америке вышла книга такой Анны Апплбаум, книга о ГУЛАГе. Она американская журналистка, но с большими-большими связями, в смысле она получала доступ и в польские архивы, и в, ну, в общем, во многие-многие архивы. Вот в предисловии к этой книге, тоже толстенной, это не художественная книга, это, так сказать, исследование, она пишет: при некоторых неточностях в архипелаге поражаться надо тому, насколько он совпадает с тем реальным, что сегодня мы имеем. То есть с теми реальными цифрами, которые теперь нам удается установить. Так что я Солженицын полностью обеляю. Еще один два вопроса. Добрый день, Наталья, у меня не вопрос, я просто хочу такой ремарку небольшой. Вот у Александра Исаевича, что в моей жизни, в моей биографии, конечно, если не знакома, не была. Я всю жизнь проработала в библиотеке. И вот тогда, когда вышел в новом мире Иван Денисович, я еще даже не работала, а была на практике в библиотеке. У нас был два экземпляра одного мира. Я помню эти очереди, которые были записывались. А еще часть я взяла у дамы книжку, которую купила, и посмотрела, есть ли в именном указателе Арен Гинзбург. Конечно, есть. Я Арина. Вот в те годы, когда их нигде не брали на работу, они в этой библиотеке, кстати, библиотека эта сейчас существует, она сейчас называется имени Жуковского, Ленин переулок. И вот бывший директор библиотеки, ну, не знаю, на каких мне было 15 лет, на каких условиях, короче говоря, два раза в неделю они приходили в библиотеку и организовывали обзор новых книг. Ты хочешь в библиотеку, была в Черевце улице Елизарова, как сейчас называется по-другому. Это вот такие, ну, конечно, читала. Мне очень приятно сейчас Виктора Александровича видеть здесь, директора Дома русского зарубежья имени Солженицына, которому очень интересно. Ну, вы-то знаете, я просто говорю людям, очень интересные мероприятия бывают. И в том году я была в Кисловодске, посетила маленький музей. Вот. Ну, то есть вот какой-то дорогой человек, очень, ну, провокация, конечно, очень жалко, что он не дожил до 18 дней. Очень хотелось бы иметь его мнение, но мы сейчас об этом не будем. А вы прекрасно выглядите,
и будьте здоровы, и долго-долго. Спасибо вам большое. Добрый вечер, спасибо за ваш рассказ. Мне было бы интересно узнать относительно отношения Александра Исаевича к своим же произведениям. Было ли у него любимое произведение? И второй вопрос. Перечитывал ли он написанные самим книги? И не хотелось ли ему что-то исправить и переиздать? Начну с конца. У него где-то, я сейчас даже не помню, где, наверное, в теленке, не помню где. Ковид. Память уже не такая. Значит, он где-то пишет, как он услышал по радио, ну так, было включено радио в соседней там комнате где-то. И он, идя мимо, вдруг остановился, чтобы слушать дальше. Потому что ему показалось как-то интересно очень, здорово написано. И стоял довольно долго и слушал. А в конце казалось, что это читают отрывки из «Ракового корпуса». Ну, естественно, голоса. Ну, там, скажем, «Немецкая волна». Это еще в России было. Он очень поразился, он не узнал, так сказать, свой текст. Ну, потому что это был кусочек, он бы, конечно, узнал, если бы там были там какие-то явные признаки. Так что он как бы не помнил то, что уже написано и оставлено, и занимался новой работой. И тот второй, то есть первый вопрос, который вы задали, любил ли он какое-то свое произведение больше других, и меня всегда задавали, в любом интервью его об этом спрашивали. И он отвечал, больше всего люблю то, которое сейчас пишу. Что и... Знаете, это естественно. Мать любит всех своих детей, но малыша больше всех в данный момент. Здравствуйте. Я из Армении. В 87 году я учился в первом курсе Ереванского государственного университета. И в мои руки попал это в 87 году. Ну, мы это поняли потом. Сам издат «Архипелага ГУЛАГа». Тогда еще в Советском Союзе не издавали его. И мы тайком передавали друг другу, читали. В общем, сейчас о моих вопросах. Смотрите, вот в этой книге я просто перелистал, и вот ведь цитировали, но не тот. В общем, 757 странице я увидел его письмо, адресованное Ельцину, в 91 году это, о границах России, где он говорит о Крыме, о Новороссии. Сейчас я хочу просто узнать ваше мнение. Это было желание возврат Советскому Союзу или было желание возврат царской России? Это первый вопрос. И второй вопрос относительно фонда Солженицына. Вы говорили, что фонд еще существует. Фонд и сейчас помогает политзаключенным в России. Спасибо. Поскольку вы хотели знать мое мнение, то я вам скажу, что это и не мечты о возврате Советского Союза, и не мечты о возврате исторической России. Это мнение, что те народы, которые были связаны исторически друг с другом, а именно славянская часть наша, Россия, Украина и Белоруссия, было бы трагично, если бы эти связи, которые и семейные, и личные, и экономические, и политические, какие угодно, и которые длились очень давно, и естественным образом их никто друг другу не сплачивал и не пихал, но они вместе со своими особенностями вместе развивались. Так вот он считал, и он написал это
не только Ельцину, но и потом целую книгу «Россия в обвале», где есть об этом прямые главы целые, посвященные этому. Он считал, что вот эти русские области и Северный Казахстан, который, в общем, русское население, русскоязычное, вот они должны быть вместе. И мне кажется, это более чем естественно, чтобы люди, говорящие по-русски, не просто умеющие говорить по-русски, которые дома говорят по-русски, своими детьми говорят по-русски, для которых русский язык родной, то было бы желательно, чтобы вообще, и в любой стране так, было бы желательно, чтобы они как бы жили, ну, на каких-то общих территориях, а не становились меньшинствами вдруг. Они не были меньшинством, а потом вдруг стали меньшинством. Что касается других областей, то он говорил и о Кавказе, и о Прибалтике, и о Средней Азии, что они вольны решать, как они хотят, и что держать их насильно нельзя. А вот это письмо президенту Ельцину, ой, оно длинное. Ну, сами прочтете, вот 757 страница. Тут ведь много приложений в этой книге, 36, по-моему, приложений документальных, то есть его письма, его интервью, которые имеют общественный интерес, ну, малая часть их, но которая вот здесь печатается, тем самым, вероятно, не войдет в том публицистике, поскольку, ну, чтобы не два раза внутри одного собрания печатать, это все выставляется на ваш суд, читайте. На Армению не посягал точно. Друзья, еще один вопрос. Да, нет, значит, нет, сейчас не помогает. Ну, то есть, не то, что есть такой запрет, но дело в том, что когда фонд возник и много десятилетий действовал под советским режимом, то ситуация была такая. Наших распорядителей, так мы называли распорядители фонда в России, действовали в обстановке, ну, в общем, их всех рано или поздно посадили, а до этого были сплошные обыски. В общем, это преследовалось, это надо было делать втайне. Это первое. Второе, не было богатых людей. Это как бы, ну, Солженицын отдал все деньги архипелага. Архипелаг самая, ну, если так можно выразиться, богатая книга из всех, что он написал. И они принадлежат не ему, а фонду. И фонд мог помогать. А сейчас, во-первых, за то, что вы будете помогать кому-то, кто сидит в тюрьме, неважно кому, кого вы считаете политическим или неполитическим, вас за это не посадят. Не посадят, это точно. Там, может быть, кто-то и будет недоволен, но за помощь в тюрьму вас не посадят. За помощь заключенных, во-первых. А во-вторых, масса богатых людей. Или хотя бы не богатых, но таких, которые, так сказать, свою семью не оставят без куска хлеба, если поделятся этим куском с кем-то, кто сидит в тюрьме. Поэтому у фонда вообще изначально было две задачи, которые были сразу сформулированы, при том, что фонд утверждало швейцарское правительство, он был учрежден в Швейцарии. Две задачи. Первая – это помочь физически выжить заключенным, политическим заключенным и их семьям. Швейцария при этом, первоначальное название было «Фонд помощи политзаключенным». То есть такое заявление мы подали в швейцарское правительство, которое сказало, что Швейцария нейтральная страна, и не может быть фонда, в котором употребляется слово «политический». Либо мы не утвердим, либо меняете название. Мы поменяли название, он назывался «Русский общественный фонд помощи преследуемым и их семьям». Ну, это такое длинное, неудобно выговоримое название, которое, в конце концов, в просторечии в России, еще тогда, до перестройки, но и после, укоротилось до просто фонд Солженицына. Так вот, у этого фонда Солженицына Александр Алексеевич прописал две задачи. Первая – помочь физически выжить, и вторая – культурная задача, а именно публикация тех книг, которые, ну, исторического или религиозного, или какого-то философского характера, которые не могли быть напечатаны в России, не в России, а в СССР. Вот. Эта задача, и первая, и вторая, остались до сегодняшнего дня, но мы помогаем по первой задаче еще живым, а их еще достаточно много, хотя умирают вот буквально не то что каждый год, а каждый месяц и каждый день, и, может быть, вот пока мы с вами разговариваем, а кто-то из этих старух и стариков вот сейчас кончается.
потому что они уже очень старые, больные, и у многих из них из-за ГУЛАГа не создалась семья. То есть они одиноки. Им мы помогаем до сих пор. И, так сказать, два раза в год мы шлем так называемую пенсию ГУЛАГа. А вторая задача преобразовалась, вот эта помощь в издании книг, не только книг, она преобразовалась, потому что идеологически сейчас нет препятствий, напечатать можно что угодно. Но целый ряд авторов, если издательства не берут его, ну, в общем, короче говоря, в условиях рынка напечататься в нормальном издательстве у многих не получается. Если нам кажется, что книга этого достойна, то мы помогаем ее выходу. Первое время после перестройки мы помогали еще некоторым приходам церковным, потому что разорено было все, церкви только начали восстанавливаться. У них образовывались молодые приходы, и мы помогали в приобретении книг для их библиотек или утвари, или чего-то. Но сейчас мы этого не делали, потому что все уже как бы встали на свои собственные ноги. Еще один вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос. Вот здесь реклама была, когда мама – это ты. Вот скажите, пожалуйста, про сыновей. Вы сказали, что ваш муж занимался с ними математикой, физикой, астрономией. А когда люди живут в другой стране, у них они мыслят по-другому и говорят, принимают более рациональные и правильные решения. Расскажите, пожалуйста, про своих сыновей. Спасибо. Я, правда, не поняла насчет математики. Значит, если Александр Саевич преподавал математику, то они должны были более или менее рациональны. Я не поняла связи. Нет, это отдельно. Вот я, например, читала недавно автобиографию Стивена Фрая, который говорил, что когда ему отец преподавал математику, хотя он не из этой области, он сумел отлично сдать экзамены. Так вот, помогли ли книги, по которым занимался ваш муж, стать математически грамотным сыновьям? А это уже другой вопрос, что когда человек живет в другой стране, да, и он мыслит на другом языке, то ученые сказали, что эти люди принимают более рациональные и правильные решения. Вот скажите, пожалуйста, на сыновьях это отразилось? Ну, по поводу вот последних ваших слов, я не эксперт, и никак не могу ни поддержать, ни возразить. Не знаю, принимают ли люди более рациональные решения, если они двуязычные или трехязычные. Сейчас таких людей очень много. И мои дети, это я просто за них я могу сказать, что они мыслят, они то по-русски, то по-английски, в зависимости от того, с кем они общаются. Они не переводят внутри, они, так сказать, в совершенстве знают английский, потому что они учились в англоязычной школе в Америке, потом в университетах английских. Так вот, да, что касается математики, всех ее алгебры, геометрии, тригонометрии, я думаю, что да, это им помогло, потому что учебники наши советские, математические, точно были лучше американских учебников. Может быть, они не лучше европейских, я даже уверена, что не лучше, но американских точно лучше. Эти учебники, они были обязаны учиться по ним, и они были хуже наших советских учебников по математике и по всему. Но наши ведь ребята и сейчас выигрывают олимпиады довольно в большом числе, чего нельзя сказать о наших учебниках по истории. И по истории я-то занимался ими русским, хотя я сама математик, но просто кому-то надо было заниматься русским языком с ними, и они в результате и говорят, и пишут, и читают по-русски безущербно, что, кстати, требует от иммигрантов очень большого труда, потому что дети иммигрантов очень быстро теряют русский язык, даже если они уехали отсюда, говоря по-русски. Но если они подростки уже, то, может, и не теряют. Но если они
там, до 10 лет, то они теряют быстро, потому что родителям некогда, родители устраиваются, родители ищут работу, и заниматься каждый день с детьми, и мало того, говорить им всегда только по-русски, это часто не получается, и дети уже тогда будут думать только на том языке, который они изучили. А что еще сказать о них? Я не поняла, что-то я должна... Наталья Дмитриевна, а в догонку вопросу можно спросить? Они ведь учились читать по русским книгам, и вы с ними занимались. И наверняка Александр Савельевич это одобрял или хотя бы интересовался, какие это книги. Какие это были книги? Ну, это у нас с вами до вечера мы будем перечислять, времени не хватит. Ну, вы знаете, они читали, конечно, русские книги в основном, но не только. И там, ну, не знаю, они переводные книги по-русски, когда еще английский у них был в зачаточном состоянии, мы их еще старались, надеялись попозже отдать побольше, чтобы русский язык у них был. Ну, все-таки отдали вовремя. Ну, например, Игнат самый такой в том, в детстве самый книгачей из них, средний сын, он, например, прочитал просто не то, что всего Жюль Верна, нет, не Жюль Верна, Жюль Верна, он, конечно, тоже всего прочитал. Дюма, он такой был красный восьмитомник, по-моему, в наше время. Не только все, ну просто все восемь томов, но и все комментарии, которые были огромные, гораздо больше, чем сегодня издают. Потому что тогда была масса советских хороших специалистов или писателей даже, или журналистов, которые не могли печатать то, что они хотели, но они зарабатывали в издательстве. У нас же были блистательные переводчики ровно по этой причине. И вот комментарии наши к нашим старым собраниям сочинений переводные бывают замечательные. Так вот, Игнат в 8-летнем возрасте прочитал не только запойно все это собрание сочинений, но со всеми комментариями, чего я, конечно, не знала, потому что это я ему не предлагала это читать. Но когда-то, в какой-то момент, почему-то, он вдруг начал сыпать всякими там королевами арагонскими и лотаринскими чем-то, и я спросила, откуда ты это знаешь? Он мне сказал, ну как же, я же вот это читал, это же написано в комментариях. У Дюма, я сказал, в какой книге у Дюма? Он сказал, да не в книге, в комментариях. Так что читали они действительно много. И, ну а что, телевизора у нас в доме не было до тех пор, пока в школе не начали задавать уроки, используя телевизор. То есть вот посмотрите передачу в 6:30 под таким-то названием и напишите там, ну, не знаю, что-то напишите по этому поводу. Нам пришлось телевизор купить, а до этого у нас его просто не было. Ну, и что? Кино рядом не было. Мы жили, в общем, в глуши до ближайшего места, где можно было купить там хлеб или аспирин, надо было ехать на машине, потому что иначе полдня уйдет туда и обратно. Так что книги – это было их самое большое удовольствие. Ну, конечно, всякие игры, друг с другом они дружили, хотя и дрались, конечно. Ну, как все дети. Дорогие друзья, у нас время истекает, к сожалению, но мы пока не расстаемся. Так, вот еще есть вопросы, но, наверное, уже все-таки в частном порядке, потому что больше часа время истекает. То есть вы меня отдаете на автограф-сессию, отдаем вас. Да. Если кто хочет подписать книгу, подходите, пожалуйста. Вот, ну, через...